Привет, друзья! Сегодня в такой праздничной 8-мартовской атмосфере я расскажу вам про одно из своих постоянных средств ухода. Это увлажняющий гель Clinique для лица. Вот вы видите, что тут так он поразительно блестит, конечно, в кадр. Вы видите, что тут полбанки уже нету, а банка, между прочим, большая, серьезная и солидная. Это потому, что без шуток я им пользуюсь, во-первых, каждый день, а во-вторых, уже очень много лет, типа, ну не соврать, лет 5 минимум, это прям самый минимум. Это увлажняющее средство. А вообще, это линейка Клиник. Сейчас давайте вместе поржем. У меня просто королевское произношение. Я вам скажу, как называется их серия в оригинале на английском языке. Это вот типа Moisture Surge. Вот как-то вот так вот это звучит, короче, да. Это в переводе на наш русский простой язык это называется типа, ну, короче, суть такая, что это сильное увлажнение, серия, которая направлена специально на очень сильное увлажнение кожи, и их формула обещает 72 часа увлажнения. В этой линейке, типа, ну, средств, наверное, штук 7, короче, крема, гели. Это средство под глаза, средство для губ, но вот один из самых частых, одно из самых частых средств, которые я в этой линейке использую и всегда покупаю, это вот этот непосредственно гель. Значит, в чем его приколюха? Сейчас мы откроем с вами и посмотрим на текстуру. Вот он, смотрите, вот он действительно как гель такой нежнейший. Тающая текстура, она на коже, она не то чтобы даже впитывается, она как бы расходится. Вот смотрите, вы его уже не видите, да? Значит, в чем его фишка, преимущество и удобство? У него действительно очень сильное увлажнение, в его составе нету масел вообще. И за счет этого он служит хорошим средством под любой макияж. Я его использую 2 раза в день. Утром под базу и вечером под питательный ночной крем. Вот. Насчет 72 часов я, конечно, вот, утверждать не буду. Я думаю, скорее всего, имеется в виду здесь что-то типа того, что он где-то там внутри, на уже на уровне внутри кожи он действует, там может быть 72 часа, но у меня кожа в этой зоне, скажем так, склонна к сухости, и особенно в период отопительного сезона мне все-таки приходится 2 раза в день пользоваться, чтобы именно на поверхности кожи не чувствовать проблем с тянутостью и сухости. Вот, но если как бы производитель заявляет 72 часа эффективности, я не думаю, что они врут. Клиник это как бы фирма серьезная, не декоративной косметики, а как бы, ну, у них там и всякие научные исследования, и там все это как бы на серьезной основе поставлено, на серьезную базу. Что еще важно про Клиник вообще в целом, у них нет отдушек в их косметике вообще никаких. То есть, ну, он как бы пахнет, естественно, натурально тем, из чего он сделан. И если, вот, например, как у меня кожа склонная ко всяким аллергиям, у меня как бы нет непосредственно аллергии на какие-то косметические средства, на какие-то лекарственные средства, но легкую реакцию что-то может давать. И, например, из-за этого я, к сожалению, не могу пользоваться косметикой Нивея. Вообще никакой, никогда вообще никакой. Она почему-то для меня сильно пахнет. Вот. Но Клиник это для таких, как я, это прямо выход, потому что вообще ничем не пахнет и никакой реакции
Ну, у меня на него нет. Вот. Эта серия клиник, она также характерна тем, что ее хорошо использовать зимой при холодных температурах. В России это тоже актуально. Как бы вот эти средства, они дают дополнительную защиту. Я, если честно, с ними так и познакомилась. Когда-то у меня появилась зимой реакция на холод, короче. У меня начались очень сильные покраснения кожи на лице. Я пришла тогда в Золотое Яблоко, по-моему, проконсультировалась со специалистом. И вот они мне посоветовали попробовать клинику. И с тех пор я уже вот конкретно с этим гелем не расстаюсь. Поэтому вот у меня всегда из дома дополнительная баночка. Вот это аж на 70, по-моему. Сейчас посмотрим. 125 даже миллилитров тут. Вот. И у меня всегда из дома дополнительная баночка, потому что я постоянно пользуюсь этим средством. Но что характерно, что интересно и важно, расход у него небольшой, то есть его хватает надолго. У меня всегда есть дополнительная баночка такого или похожего средства. Но недавно вот эта линейка, она обновила. Вам прям в глаз блестит, я не знаю, я извиняюсь, я напротив окна сижу. Вот эта линейка Moisture Surge. Они обновили формулу. И вот этот крем появился в упаковке с дополнительной формулой Intense. Я почитала отзывы, сама пока не пользовалась. Тут уже как бы это идет не как гель, а как крем. Я потом использую, расскажу вам, если что-то будет отличаться от геля. Поэтому вот пока показываю, что у меня всегда даже есть про запас. Настолько я их фанатка. Так что вот. Я надеюсь, это служит доказательством того, что моему отзыву можно доверять. И вот эти вот полбаночки обгрызанные, сразу видно, что я им постоянно, регулярно пользуюсь. Я прямо, если честно, тащусь с его текстурой. И я очень рада, что сейчас на камеру могу его вам просто так на себя намазывать. И мне прям всегда это приятно. Ну вот, короче, все, я все сказала. Надеюсь, вы поражены моим королевским произношением названия этой серии, и мой отзыв вам понравился.